можно учиться всей семьей. Детям, родителям. ВИСМА – качественное образование, хорошие преподаватели. И что немаловажно, за время обучения студент получает огромное количество практики. Поэтому, когда он получает свой диплом, он специалист как в теории, так и в практике, что очень важно. Мы на данный момент учимся в 12 классе ИСМА Премьерс. Наша школа дала хорошее знание языков. И эти языки. English like a fun game. Мумсер лаби школотай. Той шмат, де Intel Premier Schule Learn. Ну там прикольно, потому что там есть друзья. ИСМА всегда показывает, какая будет студенческая жизнь. Мы часто принимаем участие в конференциях, видим, как происходит обучение, и хорошо то, что многие учителя из высшей школы. И мы также понимаем, какими будут лекции в высшей школе в нашем будущем. Участвовали в лабораториях, где получили много знаний. Это хорошая основа, чтобы продолжать свое образование дальше. И поэтому можно видеть, что студенты из ИСМА очень часто отправляются на учебу по обмену, что ИСМА предлагает. Выбор действительно очень большой. Именно в нашей школе индивидуальный подход к каждому школьнику. Для меня это очень важно. Я очень часто выезжаю на соревнования, а также работаю в других странах, поэтому пропускаю очень много занятий. Когда мне заново что-то объясняют, мне никто в классе не мешает. Я все понимаю. Каждый год мы выезжаем куда-то на экскурсии и создаем разные проекты на разные тематики. Мой любимый праздник – День Святого Валентина, потому что каждый год я одеваюсь в костюм ангелочка и раздаю любовные открытки. И это очень хорошо выглядит именно в нашей школе, потому что у нас снова отремонтировано помещение, и это клево. Это международная олимпиада по математике, в которой участвует около 60 государств. И для меня действительно большая честь, что в Латвийский организационный комитет входят преподаватели Высшей школы менеджмента информационных систем и школы Премьер. Это действительно очень важно и для нас, и для Латвии в целом, так как это усиливает нашу узнаваемость и престиж на международной арене. У нас в Латвии действительно много умных и активных молодых людей, и, как показывает статистика, это число постоянно увеличивается. Я от души вас поздравляю и желаю вам успехов и в дальнейшем. Пусть все получается, пусть все будет отлично.